Всем добрый день, клуб «Трубостроитель» и проект «Ветеран трубостроителя», любителям борьбы. Но я сегодня в одном числе, просто упражнение для разминки, развития кистей. В тех видах борьбы, где используются захваты за одежду, дзюдо, самбо, ну и прочее, где одежда есть. Большая потребность в рабочих кистях, потому что кисти не выдерживают, пальцы рвутся, связки надрываются, кисти подламываются. Для этого надо больше удлинения кистям. Ну, кроме обыкновенных движений разминочных кистей, очень желательно работать и с нагрузкой на кисти. Вот я покажу буквально несколько упражнений, которые можно использовать для тем, кто борется в одежде. Если получится, конечно, в упоре лежа это все упражнение делать, вот в этом. Но для начала, те, кто не готовы, можно и стоя на коленях. Только постепенно больше вес тела переносить на кисти. Упражнения очень простые. Упоры на ладошках, на кулаках, на пальчиках, на ладошках, на кулаках. А дальше пошла следующая работа. Упор на кулаках, переносим вес тела вперед, разгибаем кулачки. И потом обратно раскрываем кулачки, идет вот сюда работа. Вот такая работа. Как будто скалочку раскатываем. Вперед, назад. То же самое влево, вправо. Вот такая работа. Потом поменять ручки и то же самое сюда. На внешнюю сторону, на кулаки, на внешнюю сторону, на кулаки. Разворачиваем кулаки, на внешнюю сторону, на кулаки, на внешнюю, на кулаки. Для того, чтобы хорошо проработать весь суставно-связочный аппарат и мышечный, надо делать максимальное количество направлений движения. То есть мы сделали влево-вправо, вперед-назад. И очень неплохо работать по диагонали, грубо говоря. Встали вот таким образом, поставили, как будто вот упор. Кулаки смотрят вот туда, пальцы. И погнали. Вот сюда работа. Вот сюда. Вот такая работа. Очень хорошо на уровень коленей пальцы вывести. И отсюда пальчики хорошо разминать таким образом. Максимальное напряжение. И потом выпускаем кисти. Когда кисти коснулись полностью ковра, отсюда вес тела переносим вперед. До отрыва основания ладони. Такое движение. А следующее очень полезное движение. Это упор одной рукой. Рука на месте. И относительно руки мы пошли смещаться. Вот такое движение. Вот такое движение. Максимальная нагрузка. Да, получилось. Вот так развернул, чтобы меньше ходить. И вот таким образом. И здесь немножко можно поиграть весом. Весом поиграть. Получается очень большая нагрузка на кисти. Кисти становятся более гибкие, более сильные. И когда идет максимальная нагрузка, меньше будет травматизм. Ну вот буквально несколько упражнений. Я думаю, что все, кто занимается борьбой, их делают. Просто это помощь тем, кто мало уделял внимания борьбе в одежде. Спасибо, всем удачи, привет.